Just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Здарова, друзья, с вами Варчик, Indian Panzer. Что вы сразу начинаете думать, когда слышите название этого танка? Наверное, то, что он тупо конченый, отстойный. Ведь он же всегда был плохой и конченый, или нет? А откуда тогда у меня на нем уже нормальный результат и 3 отметки на этом танке, если он такой конченый? Хотя последний раз я на нем играл до лет 700 назад. Я даже не помню, когда. Когда я качал леопарда первый раз. Но это по-любому было много лет назад. Я даже не помню, когда. Но почему-то ходят поверья у танкистов, что этот танк просто отстойный. Даже не знаю почему. У среднего танка нормальная скорость. У него даже не так уж плохо с броней, и он что-то иногда отбивает. Хороший УВЕ на 10 градусов. И раньше у него была просто обычная пушка, как для 8 уровня. Стандартное пробитие, стандартная альфа. Все. И тут этому танку апнули пушку. Чуть-чуть подкинули альфу. Сделали 250. Пробитие 218. Это уже не совсем стандартное пробитие для СТшки. Ну и сведения с ДПМом и точностью тоже превратились в шикарные. Из этого мы имеем танк, который может просто в ближнем бою от башни разнести все. Или почти все. Главное сильно не наглеть и все-таки соблюдать аккуратность. Это все-таки средний танк. Плюс он еще, на удивление, иногда что-то бортом отбивает. И самое удивительное в этом танке, это то, что мы сделали альфу 250. Казалось бы, было 240, стало 250. Да вообще все равно на это изменение, наверное. Но вы посмотрите, какая альфа все время у него вылетает. 260, 268, 280, иногда 300. Очень редко бывает 230. И никогда в жизни на нем не видел альфу меньше 200. Эта загадочная альфа 250 работает не только на этом танке таким образом. Не знаю, какой жопой настраивали ВГ альфу в 250, но, допустим, альфа британская в 230 обычно показывает тебе 180, 200. Дай бог 230 вылетит. Но вот на альфе 250 почему-то альфа стремится больше к 300. Как это работает? Да в принципе, как и вся игра. Увлекательно. А у этого танка довольно-таки неплохой ДПМ. Если посмотреть и посравнивать с остальными танками, то ДПМ в принципе, ну, такой средненький, обычный. Но на самом деле, если ему чуть-чуть добавить альфы, то ДПМ будет намного выше, чем у остальных танков. А альфа вылетает обычно больше, чем 250. Скорость полета снаряда тоже неплохая, точность сведения охеренная, стрелять реально приятно. Не хватает пробития, голда тоже хорошо пробивает. Танк тупо великолепный. И знаете, бывает такое чувство, когда на танк садишься, и ты прям ощущаешь, насколько он сильный. И если аккуратно, нормально на нем постараться поиграть, он тупо реально разнесет. Это какое-то чудовище 8 уровня, которое с виду такое вот непонятное и очень сильное. И у меня очень большое желание сказать, что этот танк тоже один из сильнейших. Как я когда-то сказал, что лучший танк на 2019 год это британский тяжик. Но тут еще хочется сказать, что вот я вам принес еще имбы. Вот, нагибайте. Немецкая восьмерочка. Средненькая. Тупо кайф, реально отвечаю. Наверное, уже пора бы сделать видосик танков, который я реально рекомендую поиграть. А может и не стоит такой видос сделать. Кто его знает. В общем, что я хочу сказать. Не вздумайте качать леопарда через легкие танки. А в принципе, можно вообще остановиться на индейке и дальше вообще не двигаться. Но скажу вам, что леопард 9 уровня тоже очень сильный и офигенный танк. Так что тут, в принципе, ветка очень красивая. По крайней мере, на высоких уровнях. Как это сейчас модно у картошки делать. Хотя не все ветки обладают высокоуровневыми хорошими танками. Но вот ветка леопарда вообще персик. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.
so distant when you're home. Always hanging by your phone. Do I even know you? And I get paranoid sometimes, 'cause I know that you ain't mine, and I'm lost without you.